Пандемия дала толчок к развитию многих сфер жизни. К новым реалиям подстроился и рынок услуг. Так, из-за карантинных мер и режима самоизоляции ставку на дистанционные продажи сделали продуктовые ритейлеры. И не прогадали. Сегодня люди все чаще совершают покупки через удобные сервисы. Это значительно экономит время и помогает избежать очередей в магазинах. Сейчас в каждом крупном торговом центре можно встретить молодых людей, которые занимаются сбором таких заказов и курьеров, которые их развозят. Чаще всего югорчане заказывают мясную, молочную, хлебную продукцию, а также свежие фрукты и овощи. К слову, эксперты считают, что покупатели продолжат использовать онлайн-сервисы и после окончания пандемии. Сервис онлайн-доставки мы запустили в конце мая 2020 года, как раз в разгар пандемии. Жителям города это дает возможность заказывать продукты питания и другие необходимые товары, не выходя из дома. Популярность данной услуги растет с каждым днем, потому что это актуально. Улучшаем качество сервиса, качество предоставляемой услуги, да, повышаем уровень и скорость доставки. Заботятся о своих клиентах и транспортные компании. К примеру, воздушные перевозчики возвращают купленные заранее билеты тем, кто из-за ковида не смог отправиться в путешествие. На что еще могут рассчитывать югорчане, узнаете завтра в программе «Больше, чем новости». Начало эфира 18:15.